Уважаемые коллеги, соратники по доброй воле и благородной миссии, Рустам Нуриев из башкирской Википедии. Правда, я туда пришел из русской. В 2005 году я практически целый год правил статьи русской Википедии на русском языке, и там анонимно. Зарегистрировался только 30 декабря 2005 года, а с января 2006 года обновил башкирскую Википедию и начал его продвигать. Но, к сожалению, потом несколько лет был неактивным, ушел в светскую жизнь, но в конце прошлого года, в начале этого года, волонтер башкирской Википедии призвали меня к совести и вернули проект. И мое первое впечатление от посещения, так сказать, более глубокого ознакомления с русской Википедией было: создаем проблему и героически его преодолеваем положение. И сегодня, что все докладчики, которые озвучивали предыдущие, я так и каждый раз порывался сказать, что Вячеслав сказал там, вот такие есть проблемы, что Александр сказал, что Януш процитировал, сравнив территориально, значит, польскую и русскую Википедию. Поразительно, 5 раз больше у вас скандалов получается, уважаемые средства, да? У нас сайт участников. Да? Да? Непонятно, почему мы не говорим больше. Да. И что-то я хотел сказать. Я, конечно, тоже тут цитат много привел при общении. Вот я целый год занимаюсь практически популяризацией Википедии. И мне задают вопрос именно касаемо вот этого момента. Вот этого момента. Вопроса конфликтов. И, возможно, их ничтожно мало. Я глубокие анализы не делал, но мы все знаем, ложка дегтя портит бочку меда. Согласитесь. И, на мой взгляд, причина кроется в том, что мы слишком много внимания уделяем пункту первому и второму 5 столпов. Википедия – это энциклопедия и нейтральная точка зрения. И при этом доказывает их преимущество, нарушая 4-й, 5-й пункт. Будьте вежливы, и в Википедии нет строгих правил, кроме этих 5. Я когда правила и указания почитал, ключевые принципы, заметил, что там 4 пункта есть, при этом утверждают, что должны, допустим, удаляться, хотя в 5 столпах пишется, что в первом варианте первых этих предпочитала, что возможно будут удалены, понимаете? Вот. А 5-й пункт уже нет строгих правил, но уже, по-моему, уважаемые, начали забывать. Да, правила нужны. Вот что пишет товарищ, кстати, тоже участник. Ну, я все-таки позволю процитировать. Часто не понимаю сути претензий, предъявляемых как автору сущности. Одергивая кошмары с помощью ботов, Вики-элита таким образом пытается нарезать свой мировой порядок. Привнести инженерскую нетерпимость в гуманитарную сферу, реализует свое чувство любви и власти, маскируя его под признанием к формальной корректности. Думаю, что любой краудосорс проект должен быть признан средством, и новичкам должен встряхивать себе большое количество людей, а не активно. И скажу время, да? И скажу, что все-таки мы строим новое общество, общество передачи информации от многих к многим, как вот уже выступающие говорили, от индивидуального авторства к многоавторству. Мы строим общество, понимаете? И вот здесь надо быть, это проблема переходного периода, надо быть. Очень интересно. Правила должны быть понятны и легко выполнимы.